Да. Усади его. А, у него они. Все четко. По-моему, выглядит идеально. А, кстати, да. Супер. Мусорный пакетик, ты о чем? Все, парни, я предлагаю сейчас встать на пару на пару входов перед тем, как ЛСДшники сюда ворвутся. Можно. Давайте немножко растянемся отсюда. Каждый на вход встаньте. Группами. Куда мы едем? Я заскринил. Как на столпа здесь, я сижу. Все нормально. Сколько у нас входу? Справа толпы есть вход. Снимаю шляпу перед высокоуважаемыми людьми. Давайте, на три группы делимся. Одна группа остается здесь в центре, две группы на входе. Передний и задний. Диса, ты куда? Я с тобой. Мы подъехали 24 на 7. Нет, доезжай 24 на 7, найди такое здание. Шляпник. Они знают, я не знаю, я подъемки показал. Они регруппуются там. Да, просто группнитесь там. Давай, ЛСД, группа это там. Парни, вход, который вот кто возле меня бегает. Вот вход есть. Главный вход. Шляпник, давай, говори. Пойдем пожрем. А, возле нашего заключенного, короче, от него немножко дальше пробежите. Тут есть вход главный. Налево. Вот. Да, от него налево, если на него смотреть. А можно вопрос? А что это было за Визл Ньюс на пляже? Их что-то они слишком везде. Много было. Их очень много было. Это запланировано было? Вообще да. Я думал, как обычно, приедет человека 2-3, все, максимум. Так, я сейчас приеду. Да, конечно, то, что они начали тебя расспрашивать про этого, про инопришленца. Инопланетяне какие-то, блядь. А я с ним подружился, я с ним в машине ехал. Инопланетяне же были сегодня уже. Это купил бодикамеру? Еще его тоже похитили. Да. Вы там документы, я помню, должны отыграть что-то там. Она у меня пропала куда-то. Что-то еще? Бывает. Да, мы должны... А что, поставьте тачки еще на главный вход? Краптер. Дрова из багажника достал. Дайте свои документы. Или скажите, где они у вас находятся, я их сам достану. Документ у меня находится в заднем левом кармашке, сейчас я встану, чтобы вы смогли их взять. Повернусь спиной. Хорошо. Что, мы идем обратно? Достал документы с левого заднего кармашка, после чего открыл и знакомился с ним. Ну я как понимаю, сейчас они будут штурмовать, просто... А кто меня... А меня кто-то уже по это... Пострелял. Эй, слышь? Ты должен этот... Ты должен в этот играть. Что ты берешь документы? Вроде как в доме. СДшники, вы где? Мы 24 на 7 возьмем. О, ну это не то, что не похищение такое, чтобы прямо... Ой. ЛСД едет ну, просто... Это в этом написано. О, нормально. Начальник... ЛСД. Я на всякий случай сделаю скрин, пускай будет. Я начальник ЕД отдела, как раз таки по мероприятиям. Я все понимаю, но почему у нас слева от человека в шляпе вообще там один человек? Это база. У нас они разгруппировались. Как думаете, может, Гасята, может, похитку сделаем сразу? Заберем его после МПшки. Давай. Хорошая идея. У нас тяжек нет. Кто-то быстро съездит. А за меня ни хрена не дадут. Во, кто на ламбе? Ломанитесь. А у тебя какой раунд? Девятый. О, ну там 1050 за тебя дадут, скорее всего. Нет, 1050 дают за замшерифа. Я начальник отдела. Это 1020. Ладно, это у моего другого. 1030, скорее всего. 1030-40. А, нет, стоп, да, 40. Нет, 40 меня похищали, 40 там должно давать. Я 40. Когда таким же был, да. Пошелите, так... важный, конечно. Садись обратно на этот, на лавку. Сиди, да, здесь. Садись и жди ЛСЗшников. Мы их ждем. Пока мы полутаемся с ним. ЛСЗ-то едет на регрупп, не? ЛСЗ, мы в пулите не будем? 10-го магазина. Потому что... Хедзюля тоже, пожалуйста, инвайт. Мы, короче, в это... Улицу, может, деньги нам просто предложить. ЛСЗ. ЛСЗ. Снимите броники перед Тулевым. Окей. Все броники поснимайте, у нас и так матов нету. Вагас. И оружие еще поскипайте, просто как болван. И оружие. Стойте. Просто и оружие человека... на пол скиньте. Просто человека два постреляйте куда-нибудь, и все, остальные не стреляют, просто дохнут как мясо. Мы вообще на миграцию. Так неинтересно. Потом поездите по этому. У нас человек здесь 50, патрулируйте с этими пушками. Вы просто не вывезете. Вы не вывезете. Да что вы не вывезете? Смотри, вот я лол хпшный. Меня уже кто-то пострелял. У вас человек 50, армия не приехала. Ну типа... Ну, это база. Вагасы, когда тулимся, никто не лутается. Лутаемся после тулёшки. Да. Если кого-то хорошо. Увижу хорошо. Во время тулева, кидаем на второй ран. Привет. Ауч. Там закинул.
Сказал, хорошо. Ну, если вы понимаете, что вы не вывозите, мы не пушим, мы ждем, пока они нас будут пушить. Скинь мне было на колени, но вот играй действия и ставлю колени. Это у меня, это в игре чел. Нет, ты скинь просто в флут и ЛСД. Ты чем, в Дискорде базаришь, они с вами сидят. Мне просто было так лень. Нет, мне было так лень искать ссылку на Дискорд, что пускай я буду здесь сидеть, а они там пускай сидят, я буду туда-сюда бегать. Тогда понял. Если вы справа на это. А, ты у нас хэт Яков, да? Да. Только я почему-то у меня там роли кучу надо попросить. Гриша. Снять их. Ау. Ты можешь скинуть нашим ссылку на вступление в этот канал? У них ссылки нету. А, и кстати, пожалуйста. Куда я? А, ну блин. Где ЛСД-шники? Кинь в новости. Я кину, да-да, я в новости ЛСД кину. И в ЛС мне кинь, пожалуйста. Да. А, не, я создавать могу, забить. Я дурак. Где тут новости? Флут еда, флут ЛСД, ЛСД вообще я скинул. Просто набрали из ивента вообще. И Альтап? Его ивента тоже нету. Ну, я сейчас отмечу еда. Да, можно машины поставить на вход. И уже там парни так уже сделали, что машины поставили на перекрытие. Такое чувство, у нас просто взяли дроп и кто-то просто уехал. Ну конечно, блядь, сейчас УЗИшка уже прям это повезет. О, шалить позаходило людей. Все. О, это ЛСД, знакомьтесь. Которые стоят на 24/7, все, поехали за мной. Все, парни, давайте, готовимся. А, мы уезжаем. А. Едем за мной, ЛСД, алло. Тут, блядь, ЛСД сидят. Похуй. Погоди, еще одного. Похуй. А где сяду с тобой. Пацаны, вы откуда будете заходить, не подскажете? Вот, они никуда не смогут. А нет права ни одного типа нет. Пацаны, мы можем сейчас свой ДС пойти? Здесь два входа всего. Знаете, как? Так, заходите. Тихо, внимание, тишина. ЛСД, вы заходите, снимите все броники и заходите почти без оружия. Большинство заходит просто как дебилы. Потому что тут человек 100. Спасибо. Ну, у нас машинами стало работать. Нормально. Вы лучше эти броники с пушками сохраните и поедете с ними в патруль. Можете просто не приходить. Мы вас поймем. Нет, прийти надо. Да. Прийти аккуратно надо. Аккуратно едем, ребят. Да, только... Да, нас, которых три коллеги машины. Объясняю ситуацию. У нас должно было быть в группе, типа, вагасы с этими, с яками против ЛСД и армии. Но армия не приехала, потому что у них подставка. И в итоге осталось только ЛСД. И в итоге... Нет, у них даже не подставка, у них не подставка, сейчас скажу, что у них. У них много... А, да, у них много заказов подряд, да, подставка все же. Ну, поэтому мы нежно, аккуратно сливаемся и терпим. А потом идем душить армейцев в ЛС. Всех. Да, и работать в ЛСД. Проблема... Вы ЛСД классно работаете. Может жестко, а не нежно. Может кто-то с правой стороны поможет? А вы сразу на колени встаньте. Давайте за травами, я один за десятерых играю, разъебал. Давай. Пожалуйста, мне запиваться. Ну давай я это... А, вы здесь машинками все перекрыли. Давайте ставим стоп. Ребята, косяк у кого-то есть? Жалко, что там второй вход есть. Речните, блять, меня нахуй в ногах. Даже броника нет, вы чё? Так, ребят, разворачивайтесь за мной. Они будут, скорее всего, справа от этого человека заходить. О, ты чё маску-то одел? Нравится? А, у нас тут музыка, оказывается, ничего себе. Чё, кому-то там косички надо? Масочку снимаем. А, я... Вы тоже. Кому косички надо? По 90. Сотрудник ЛСД. Он в том положении. Так, где танцы? Вот танцы. Скажи спасибо, что из-за того, что у меня слишком был занят инвентарь, у меня патрон нет. ЛСДшники подъехали, если что. Нормально, ты без патрона. Мы уже поняли. А где они? Они справа от этого чубрика. Справа, но это Чубрик, я даже не помню, где Чубрик находится. А, они через главные ворота, я как понимаю, решили поехать. Все за мной, пойдемте со мной. Куда? Кто ты есть такой? Я из СД. А из Якузы. О, нихуя, я вижу их. О?
Типа, почему все сразу уходят? Я не ебу, блядь, я тут стою. О, как мы как терпило сливаем. Где вы, блядь? Алло, пацаны, где? На колени. Откуда вы стреляете? Вы чё? А вы где? А вы откуда вообще? Так, ебашь, это быстро. Видимо, я... Мы не должны стать лохами. Ебашьте. О, давайте. О, я одного положил вроде бы. А где вы? Мы тут главное в входы, они заходят. Я один не понимаю, где они, что за... В кустах, где в кустах? Главный ворот. Откуда все заехали? А чё, типа, на крышу можно залазить? Хорошо, мы ГМП сыграли. Короче, в кустах там сидят, в кустах сидят. Ни одного не вижу, чела боя. Забили, блин. Ни одного... А у нас на крыше кто-то? Адам сзади. Пацаны, дайте. Ну это как избиение, младенцев, блядь. Ой, ё-моё. Кто это же? Пойдем на бой. Ну, ладно. Бой, бля, ладно, я пойду в прямую. О, а кстати, я понял одну вещь. Сейчас армейцам минус баллы дадут же. Ну да. По факту, да, за срыв. За игнорирование срыв, да. Кайф. По факту, да. Если а что у нас? А каким поехали, образом? Поехали, Табаско. Анжелу, как ты сдох? Табаско, давай мы сможем с тобой вдвоем. Макс, я, наверное, отказ. Я вообще с высоты упал, блядь. Зачем? Можно мне тоже какую-то дорожку подобрать? У тебя должен быть откат, что у нас идет ГМП, что мы были. А вас затулили? Заскрите, что вы сдохли. Что мне с тобой делать теперь? Вы меня подвезете до лампы обратно? Нормально, ты говоришь. Бля, да? В принципе, всё. Сейчас, секунду. И накормите меня. У вас всего семеро было? Тихо, смотрите. Из-за того, что у нас армейцы не приехали, по сути, ГМП все окончено. Всем спасибо, всем пока. Спасибо за ГМП. Ну, серьезно, я даже русский не смог подобрать. Дайте мне какую-то дорожку. Стой, шляпочник. Мы тебя отправим быстренько. Я тебя отправлю. Крыса! Почта России, блядь. Почта России! Меня надо было на пляж. Да ладно. Почта России. Почта России. Еще не.